бурные аплодисменты. Также на нашем празднике присутствуют люди, внесшие немалый вклад в реконструкцию городка. Это депутаты городского совета муниципального образования города Курорта Анапа. Игорь Николаевич Филимонов. Некрасова Елена Анатольевна. Леонид Павлович Краснорудский. Я бы хотел предоставить слово Некрасовой Елене Анатольевне. Сегодня прекрасный праздник, и все мы находимся в преддверии большого государственного праздника – Дня народного единства. И мне кажется, сегодняшний наш праздник городской – пример единства. Единство тех, кто эту идею осуществил, тех, кто помог осуществить эту идею. Наша сила в нашем единстве. Поэтому сегодня, мне кажется, яркий пример – нашего единства, нашей взаимопомощи и то, что когда мы едины, мы непобедимы. С праздником всех поздравляю. Желаю благ, мира, здоровья и счастья всем анапским семьям. С праздником! Добрый день, уважаемые друзья! Добрый день, ребята! Действительно замечательный, по-моему, день сегодня. День двора. Двора, на котором сегодня есть площадка, построенная по инициативе местных жителей. Я также хочу присоединиться к поздравлениям. Поздравить вас с наступающим Днем Народного Единства. Ну и поздравить уже с прошедшим днем, Днем нашего Черного моря. Всем здоровья, благополучия и успехов в реализации ваших планов. Спасибо. Спасибо большое. Примите благодарности от маленьких анапчан.